Всем привет! Маткульт, привет! Долгое время разбирались с техникой, которая отказывается мне служить. Другим людям нормально, а мне отказывается. Но это эффект отлично знаем. Многократно он уже проверен, доказан, опробован. Так, давайте мы начнем с того, чем закончили, да? X в степени P минус X равно, то есть сравнимо по модулю P с X умножить на X минус 1, на X минус 2, так далее, X минус P минус 1. То есть получается в кольце многочленов с коэффициентами из поля остатков от деления на P. Да? В кольце многочленов. Да? В кольце Z по PZ от X это равенство многочленов. Ну а если мы хотим переписать это как сравнение, то вот так. Вот. Можно также x сократить, тогда x p минус 1 минус 1 будет, тоже полезная нам вещь. Тоже x минус 1 на x минус 2, так далее, на x минус p минус 1. Ну и это значит сравнение по модулю p. Или я могу еще одним способом написать, тоже полезным, возможно, нам в дальнейшем. Дело в том, что, как мы уже обсуждали, наверное, да, с вами, что бывают остатки не нулевые вот так вот берутся, p нечетное, простое, то есть больше двух. Можно вот так все не нулевые остатки перечислить, z по pz со звездой. Но она же, z по pz со звездой, может быть реализована и так, плюс-минус 1, плюс-минус 2, так далее, плюс-минус p минус 1 пополам, правда? Потому что p минус 1 пополам, p плюс 1 пополам это минус p минус 1 пополам, p плюс 3 пополам это минус p минус, ну и так далее, да, идет как бы в эту сторону, вплоть до того, что p минус 1 это минус единица. Вот, то есть можно вот таким образом, это Гауссов вариант рассматривать остатки отделения на нечетное простое, чтобы они были как можно меньшие по модулю. Вот, значит, теперь я могу здесь написать тогда, что это x минус 1 на x плюс 1, да, x минус 2 на x плюс 2 и так далее, x минус p минус 1 пополам на x плюс p минус 1 пополам, или, что то же самое, теперь можно написать x квадрат минус 1 на x квадрат минус 4, на так далее, на x квадрат минус 1 пополам в квадрате. Вот. Но это может быть нам когда-то пригодится и такая запись этого многочлена x в степени p минус 1 за вычетом единицы. Но в общем, это такой базисный, главный, самый главный многочлен в кольце всех многочленов с коэффициентами в поле остатков. Вот. Значит, теперь я сейчас предположу, что p-1 делится на какое-то число r. Ну, например, да, например, всегда p-1 равно дважды p-1 пополам в силу выбора p как нечетное простое число, то есть когда мы двойку исключили. То есть, например, вот такое разложение. Но может быть и какое-то другое. Например, для p равно 13 у нас возникает, кроме разложения 2х6, еще очень важное для всякой арифметики разложение 3х4. Ну и могут еще какие-то. P минус 1, вообще говоря, может как угодно раскладываться на множители, никаких нет к нему, значит, ничего такого, чтобы он там. Никаких ограничений здесь, короче говоря, нет. И вот, допустим, есть какое-то такое разложение от произведения двух целых чисел. Тогда. Сейчас я докажу теорему. Верна
теорема. Теорема такая. Существует корень r-й степени из остатка а по модулю p. Тогда и только тогда, когда а в степени s сравнима с единицей. Ну, не знаю, в разных книгах по-разному называют. Правильно назвать это фундаментальное средство. А если мы зафиксировали вот как вот P минус 1 равно R? Да, как-нибудь зафиксировали. Например, зафиксировали, что 13 минус 1 это 3х 4. И тогда будет утверждение, что корень третьей степени, кубический корень по модулю P существует среди ряда остатков от деления на 13. Тогда и только тогда, когда число, из которого мы ищем корень, в четвертой степени равно 1. И тут можно RS поменять местами, и получится новое, другое утверждение, тоже верное. Ну и как следствие мы получим нечто для вот этого разложения, которое всегда верно, да, то есть существует корень квадратный, тогда и только тогда, когда а в степени p минус 1 пополам равно 1. Видимо, малая теорема Фермана. Да, ну это, собственно, и это есть, в общем-то, называется основное следствие малой теоремы Фермана. Вот. Ну, по крайней мере, я его всегда так говорю, в некоторых книгах так написано, типа, теперь выведем главное следствие из малой теоремы Фермана. Вот. Давайте докажем аккуратно, докажем это утверждение в обе стороны. Ну, начнем с того, чтобы перечислить степени rt. Вот давайте перечислим. Так, p минус 1 в rt. Так, вопрос, сколько их? Сколько среди них будет разных по модулю p? Вот такой вопрос. Сколько среди них разных? Ну, сейчас будем зажимать это число в тиски. Сейчас будет утверждаться, что их s разных. Ответ s. Ответ. Ровно s. И вот сейчас это будет доказано. То есть r-то в степени ровно s, где r умножить на s равно p минус 1. Скажем, кубов по модулю 13 будет ровно 4, а четвертых степеней модуля 13 будет ровно 3. Ну а квадратов всегда будет p минус 1 квадрат. Вот, среди не нулевых, естественно, но редко. Но редко. Если с нулем брать, то квадрат будет p плюс 1 пополам. Что тоже, кстати, в некоторых рассуждениях бывает важно. Красиво видеть следствие, если получается. Вот, значит, доказательство будет состоять в том, что их не может быть больше s и не может быть меньше s. Вот я сейчас как бы исключу обе эти возможности, да? Вот. Но давайте начнем с какой? Почему их не может быть больше s? Давайте с этого начнем. Давайте рассмотрим любое вот это вот число, например, 3 в r, и возведем степень s. Что это такое? Что это? 1. Правда? Потому что r умножить на s это p минус 1. Поэтому по малой теореме Ферма это 1. Но это означает, что любое число вида b в степени r является корнем многочлена x в s-ты минус 1. И теорема доказана. Потому что степень этого многочлена равна s. А
теорема Безу, как я в тот раз, да, я ну, там немножко это проглотил, но просто это настолько полностью повторяет обычные рассуждения в обычных многочленах, да, что нет смысла их повторять, да, по модулю любого простого числа, верна теорема Безу, верно утверждение, что если у многочлена есть несколько различных корней, то он делится на произведение вида x минус a, x минус b и так далее с этими корнями. И, соответственно, так как он делится, то он не может делиться на большую степень, чем он сам, а значит, различных корней не может быть больше, чем степень многочлена. То есть это все проводится ровно так же, как и с обычными многочленами. Получается теорема, что у многочлена степени d не может быть больше d корней. Так, ну понятно, да? То есть первая часть совершенно ясна. Их не может быть больше, чем s. Теперь почему их не может быть меньше, чем s? Это немножко сложнее. Есть такой принцип Дирихле. Вот у меня есть p минус 1 разных остатков. Да? P минус 1 остатков. Вот это вот облако. Облако остатков. И я их группирую на те, которые равны друг другу при возведении в этой степени. Скажем, 1 верты равно там, 3 верты равно 8 верты, ну какие-то тут вот. Сюда пошла группа, да? Какая-то сюда пошла группа. Вот, я их вот так могу разбить, да? И предположим, что этих групп меньше, чем S. А всего их R умножить на S. Остаток. Значит, если групп меньше, чем S, что я могу утверждать по принципу Дирихле? Есть группы, которые больше, чем R. Да. Понятно, да? Вполне понятно. То есть я разбил R умножить на S на несколько групп, и если предположить, что групп меньше, чем S, значит, где-то больше, чем R штук. То есть, да, значит, если вот этот список меньше S, то существует остаток, например, d равный y вертой номер 1, y вертой номер 2, равен y вертой, ну вот, и, значит, раз был меньше, чем s, то будет, по крайней мере, вот r плюс 1 вертой, правда? То есть, по крайней мере, r плюс 1 разных остатков при возведении в эту степень склеится в один и тот же, правильно? Тогда ничего нового под луной. Многочлен x в степени r минус d будет иметь больше, чем r корней. Противоречие. Видите, ларечек просто открывался. Все уже в принципе. Видите, как эффектно все зажимается в тиски? Это ровно, ровно S группа R. Никак иначе быть не может. Потому что если бы, ну вот мы таким образом доказали, что группа не может быть меньше S, да? Значит, группа S. Но если еще и группы были разного размера, то все равно одна из них оказывается больше, чем R содержит, да? А это тут же противоречит тому, что многочлены, все такие многочлены должны иметь не больше R корней. Но стоит одному из них иметь меньше, как кто-то будет бы иметь больше, потому что все-таки R умножить на S равно P минус 1, все остатки должны разбиться на группы. Поэтому получается, что всегда будет одна и та же идеальная картина. Вот, например, по модулю 13, когда мы имеем разложение 12 равно 3 до 4. Что у нас происходит? Давайте возводить в третью степень. 1 в третьей – это 1. 2 в третьей это минус 5. Ну или 8, не важно, да. 3 в третьей это что? 1. 4 в третьей минус 1, да? Да? Минус 1. Ой, минус 1. 64, 65, 10, 13. 5 в кубе
Это 125, где-то 13 ближайшие, 130. То есть 5 в кубе, это минус 5. 6 в кубе, это, ну можно так, это 36 умножить на 6, 36 это минус 3, минус 18, минус 5 тоже получается, да? Вроде так, правильно? Ну или как, 6 в кубе это 216? Это же минус 2 в кубе, то есть минус 8, это 5, да? Нет. 6. Ну, в общем, 216, 221, 213. Поэтому 6 тоже здесь, 6 в кубе тоже здесь, 6 в кубе тоже здесь. А теперь смотрите, 7 в кубе это минус 6 в кубе, минус в кубе это минус. Поэтому 7 в кубе это 5. 7 в кубе, ну или да, минус 6 в кубе я мог написать, ну неважно, 5. 8 в кубе это тоже, да, 8 в кубе тоже 5, потому что это 5 в кубе. Вот. 9 в кубе это минус 4 в кубе, то есть 9 в кубе это 1. Кстати, я мог это сразу понять. 3 в кубе равно 1, значит 3 в квадрате в кубе тоже равно 1. Вот это подгруппа. Это всегда подгруппа, которая единицы равны, они всегда подгруппы. При произведении, вот те, которые, вот кубы, которые прямо вот единицы будут равны, да, вот, и яркой степени в общем случае, всегда будут образовывать подгруппу, потому что произведение двух чисел в степени R, если каждый из них равно единице в степени R, то произведение тоже равно единице. Ну и обратно тоже будет давать единицу. Поэтому вот это всегда будет подгруппа, значит, если была тройка, то и тройка в квадрате тоже будет. И тройка в кубе тоже будет, но тройка в кубе это уже единица. Это подгруппа третьего порядка. Вот. Ну и осталось что там? 10 в кубе это минус 3 в кубе, то есть это минус 11, 10 в кубе. 11 в кубе это минус 2 в кубе, то есть это здесь. 11 в кубе это 5. И 12 в кубе это минус 1 в кубе, это минус 1. 12 в кубе это минус 1. Видите как? Все четко. Ровно 3. Ровно по 3. Все ровно по 3. 4 группы по 3. Вот. Ну вот, если я в четвертую буду звонить, будет 3 группы по 4. Вот. И так будет всегда. То есть будет r-тые степени будут склеиваться ровно по s. Ровно по s, и их будет ровно, ой, ровно по r, я хотел сказать, да, и их будет ровно s. Различно. Так, ну, все, теорема доказана, да? Теорема доказана. Применяем к вот этому разложению. Так, стираю все. В принципе, дополнительные материалы. Ну, сейчас мы наблюдаем некий эффект. Некий очень классный эффект, который вас уже, вот, кто слушал, вот, кто слушал ОГДЧ, этот эффект знают, но там, наверное, он по-другому доказывался, возможно. Хотя не знаю, кстати, не знаю. Итак, применяем для этого разложения следствие. Существует корень квадратный из а, помогаю p, тогда и только тогда, когда а в степени p минус 1 пополам равно единице. Вот так. Ну, это очевидное следствие, да? Заметьте, что а в степени p минус 1 пополам либо единица, либо минус единица, потому что а в степени p минус 1 пополам минус 1. Давайте вообще так напишем. Смотрите, x степени p минус 1 пополам минус 1 на x степени p минус 1 пополам плюс 1 равно x степени p минус 1 минус 1. Правда, это ну просто разложение. Так как p минус 1 черное, получается разложение 20 квадратов. Ну и что видим? Что мы видим? По вышеупомянутой теореме, вот решение или корни этого многочлена, да, решение уравнения корня этого многочлена, в точности квадрата. В точности квадрата. То есть
Вот они, все квадраты по этой теореме, да, корень из века составляет то, что как когда это равно единице. Ну а с другой стороны, любой вообще остаток является корнем этого, поэтому не квадраты, не будучи корнями этого, должны быть корнями этого, не квадраты. Вот, то есть все не квадраты в степени по минус 1 пополам дают минус 1. Поэтому а является квадратом тогда и только тогда, когда а в по минус 1 пополам равен 1. А является не квадратом, когда он равен минус 1. Первый вопрос. Вот. Ну и что является следствием этого следствия? Следствие. Смотрите, корень из минус 1 существует по модулю P тогда и только тогда, когда минус 1 в степени P минус 1 пополам сравним с единицей по модулю P. Но P не двойка, мы договорились. P это 3 и дальше. Так как минус 1, она в степенях в любых равна либо себе, либо минус 1, да? Но минус единица сравнима с единицей только при p равно 2. Про всех остальных p она уже не сравнима с единицей, а сравнима с p минус 1, это не единица. Поэтому получается, что здесь сравнимость это все равно, что просто равенство. Сравнимость. Так как это число либо 1, либо минус 1 мигает. 1 минус 1, 1 минус 1, 1 минус 1. И если оно сравнимо с единицей по модулю p, то оно равно единице. Для p больше любой двойки. Начинается строить. Вот, то есть то же самое, что минус 1 в степени p минус 1 пополам просто равно 1, и все. Итак, квадратный корень из минус 1 существует тогда и только тогда, когда минус 1 в степени p минус 1 пополам равна 1. Могу ли я продолжить, когда это происходит? Да. Когда? Когда p минус 1 кратно четвертое. Да, когда p минус 1 пополам четно. Потому что тогда как раз будет единица. А значит, p минус 1 кратно 4. То есть p равно 4k плюс 1. Ну, это знаменитый результат, правда? Корень из минус единицы по модулю p существует тогда и только тогда, когда p дает остаток 4k плюс 1. Ой, дает остаток 1 при делении 4. То есть корень из минус единицы существует для нечетных простых вот этих. И не существует для вот этих. 3, 7, 11, 19, 23, 31, 43, да, и так далее. Вот, вот, вот здесь существует корень из минус единицы, здесь не существует корня из минус единицы. То есть ни один остаток квадрате не дает по минус 1. Вот, это очень важное свойство. Давайте я все это сотру. Можно стереть, да, все? Это очень важное свойство. Ну, которое вообще проясняет, как выглядит квадрат, ну и нам оно поможет в доказательстве рождественской теоремы Ферма, которую я еще не сформулировал. Все знают формулировку, да, может быть? Про то, какие простые есть суммы двух квадратов. Ну, не важно, как я сейчас сформулирую в таком случае. Вот. Так, все, вот это вот наш вспомогательный факт. Это очень мощная теорема, хотя она не так, ну, видите, да, она не такая сложная, но она совершенно уже не очевидна. То есть это уже не то, что вот как бы сразу, это не лежит на поверхности, это уже нужно докапываться. Да? То есть взяли там. 2017, это простое. 2017 минус 1 равно 2016. Делится, например, на 7. Да? Получается, что корень седьмой степени, да, существует из некоторого остатка тогда и только тогда, когда этот остаток в степени 2016 деленный на 7, что-то получается, вот, равен единице. Это очень быстро вычисляется. Вы помните, что степени возводятся логарифмически? Степень. То есть очень быстро понять, скажем, 135, какой-то там 2016 делить на 7 степени, один или не один. И тем самым вы сразу получаете, можно ли из него корень седьмой степени, если еще как-то это проверишь. Все подряд проверяется, офигеешь, знаете. Вот, а так сразу видно. Это очень мощная теорема. Что происходит? Опять, да, звук? Звук?
А, нет, все нормально. Все нормально, отлично. Ну, хорошо. Просто в записи вот этот датчик слева очень маленькая. Должны быть. Значит, P равно 4K плюс 1. P равно 4K плюс 3. Две разные ситуации. Здесь есть список из p минус 1 на 4 разных остатков среди 1, 2, так далее, p минус 1 пополам. То есть вот здесь ровно половина остатков до середины квадраты. И минус они тоже квадраты. То есть квадратами является, да, такой, да, такой список, такой, что плюс-минус i равно, там, короче, все, что и корень. Я лучше так написать. Такой, что существует корень квадратный из плюс-минус i по модулю p. Вот, то есть все квадраты, все p минус 1 пополам квадратов, это половина списочного состава от 1 до p минус 1 пополам, то есть p минус 1 на 4, и обратные к ним, противоположные к ним. Это по модулю 4k плюс 1. Ну, это довольно легкое следствие, да, если я сказал, что минус 1 квадрат, значит, мы можем домножить на минус 1, всегда получится квадрат. Если кто-то квадрат, то и умножим на минус 1. А здесь все наоборот. Здесь список квадратов имеет вид плюс-минус 1, там плюс-минус 2, плюс-минус p минус 1 пополам, но в каждом случае только одним образом надо взять знак. В каждом случае ровно 1 из плюс-минус а квадрата, второй нет. Опять же, если бы это было не так, если бы было по поводу 4k плюс 3, например, 3 квадрата и минус 3 квадрата, то я бы разделил их друг на друга. Остатки мы можем делить же всегда, да? По модулю p. Ну, а отношение двух квадратов, естественно, будет квадратным, да? Ну, тогда мы получили, что минус 1 квадрат. То есть пришли к противоречию. То есть структура устройства квадратов в этом случае тоже совершенно очевидна. Не очевидно только, где там плюсы и где минусы. Это вот в каждом случае будет по-своему. То есть, скажем, чтобы было понятно, что происходит. Вот мод 13. Квадраты плюс-минус 1, плюс-минус 3 и плюс-минус 4. Все. Их 6. Мы взяли среди 1, 2, 3, 4, 5, 6, ровно 3. Это 1, 3, 4. Они квадраты. А также минус 1, минус 3, минус 4. А вот 2, 5 и 6 не квадраты. И минус 2, минус 5, минус 6 не квадраты. А вот по модулю, ну, 11, да, берем по модулю 11. Квадраты. Среди 1 и минус 1, конечно, 1. Надо взять, да, 1 всегда будет квадрат, значит, минус 1. Да? Дальше. Двойка квадрата или минус двойка. 3 в квадрате равно 9. Это минус двойка. Значит, мы знаем, что минус двойка. Дальше. Тройка в квадрате или минус тройка. Ну, я опять могу угадать. Дело в том, что 25 это 5 в квадрате. Это тройка. Поэтому тройка, а не минус тройка. Четверка. Четверка это квадрат. По любому модулю, да, потому что это 2 в квадрате. Так что здесь ничего не надо проверять. Ну, наконец, пятерку надо проверить. Пятерку надо проверить. 5 или минус 5 будет квадрат. 5, 4 квадрата. 4 квадрата. Быстро. 4 квадрата, 7, 4, да, все. Значит, все. Вот у нас по модулю 11, вот такая вот ситуация. У нас 4 со знаком плюс и 1 со знаком минус. Вот если я не ошибаюсь, могу ошибиться, в принципе. Но если я не ошибаюсь, вот эта информация, сколько минусов и где стоит, это уже чрезвычайно тонкие свойства чисел. То есть это совершенно как бы они выводят на какие-то фундаментальные моменты, связанные с распределением там чисел, с чем-то. В общем, это что-то такое уже очень нетривиальное совершенно в теории чисел в этот момент. Где там стоят минусы, где плюсы. Но сам факт верит, что по любому модулю вида 4k плюс 3 весь список берешь от единицы до середины. И всегда либо она, либо противоположный квадрат, и только один из них. А вот по таким модулям вот так. Ну и теперь я формулирую теорему, к
включающую рождественскую теорему Ферма как один из подпунктов, теорема Ферма, Эйлера, Гаусса. Это наша сегодняшняя цель. Задача минимум. Ее доказать. Ну, сами мы вполне готовы все доказывать. Так, во сколько у нас перерыв? Мы чуть позже начали, да? Ну, 23 минутки, да, я сформулирую и отключу. А вообще конец 12.10? Да. Да, мы даже что-нибудь еще успеем. Так, теорема Ферма и Эйлера Гаусса. Следующие три свойства нечетного простого P из N, то есть обычного натурального простого числа, да? Эквивалентны друг другу. Первое. P равно x квадрат плюс y квадрат при некоторых x, y без z. Ну или z, не важно. Нет, ну лучше z, потому что там же нули могут быть. А, нет, нули не могут быть, что просто говорят. Ну да, я могу написать z. Так, то есть первое свойство это что простое число является суммой двух квадратов. Второе свойство. P не является простым. Простым гауссовым числом. Вот пришли наши гауссовые числа любимые, да, с которых мы когда-то давно начали. Третье. P равно 4k плюс 1. Все. То есть дает остаток 1, 3, 1, 4, а не 3. Вот. Рождественской теоремой Ферма называется единственный вот трудный из этих переходов. Там несколько переходов, да, логических. Они все будут очень простые, кроме вот этого. И вот этот вот самый трудный переход называется Рождественская теорема Ферма. Рождество 1625 года, по-моему, в письме Ферма кому-то. Поздравительная открытка была у него, какому-то его другу. Он говорит, а я еще придумал одну удивительную теорему, которая, очевидно, проверяется на первых там, двух тысячах простых чисел. Но, как бы, вот доказать-то я ее не могу. А ты сможешь доказать, да? Но пришлось ждать Эйлера. До Эйлера никто не смог доказать. А потом Гаусс придумал вот это. И он полное совершенство в теории внес. То есть все открывает вот, ключ к разгадке. Это то, что простые числа этого вида перестают быть простыми в Гаусса. Он полностью связал вот эти два вроде бы обычных целочисленных, да, момента между собой. Вот. Поэтому теперь теорема Ферма и Гаусса, которая состоит из этих трех пунктов. Самый сложный из них это из третьего первый. Собственно, что любое число вида 4k плюс 1 является суммой двух квадратов. То есть всегда можно предъявить два целых числа, которые... возведенные квадраты сложные дают данное простое. Совершенно. Ну, вот совершенно нетривиально. То есть это вот то, что если вы где-нибудь едете, да, в поезде, там, в попутчике, да, вот вы хотите поделить математикой, да, вот хороший вариант, да, что любое простое число 4k плюс 1 можно подыскав предъявить такие x и y. Так, ну что, давайте перерывчик 5 минут, да, сделаем. Ну что, фигачим, да? Итак, механизм доказательства будет таким. Вначале мы убедимся в том, что 1 и 2 эквивалентны просто. Это будет достаточно просто. Затем мы убедимся... там в эту сторону тоже, наверное, будет, или отсюда сюда будет очевидно. Ну, то есть, из одного из этих, да-да-да, все-все-все, вот так, да?
вот так, а потом уже сюда. Можно было бы вообще отсюда сюда, можно было бы отсюда сюда и отсюда сюда. Вот. Ну, так как вниз это вообще, вот эта стрелка вниз, это просто запись P равно x плюс y на x минус y, да, и все, и никаких дальше разговоров. То есть зеленая стрелочка вниз, она сразу же ясна. Как только P это сумма двух квадратов, это уже непростое число, голосовое число. Вот. Соответственно, ну, опять же, здесь какой-то перебор минимальный, да, то есть нужно, чтобы ни одно из них не было обратимым, но ясно, что какие обратимые, это 1, ну, 1, минус 1 и минусы, да, то есть это получается все равно из ситуации, когда x равно 0, y равно 1 или наоборот. А у нас речь идет о том, что какое-то простое число является суммой двух квадратов, ясно, что из них не стыкается обратимое, поэтому это сразу же видно, что вот такое число вот так раскладывается в гауссовых числах. И ясно, что ни одно из них не обратимое, значит число перестало быть простым. Вот. Но, строго говоря, даже это не нужно, нам достаточно доказать. Ну и красная тоже не нужна. Сейчас, нам нужна, вот это будет ключевой ход, да, значит нам нужен вот такой ход и вот такой ход. Да. Вот, то есть красная является следствием того, что они все эквивалентны, правильно? А вот то, что они все эквивалентны, проще устанавливать по кругу раз, два, три. Вот так. Вот это проще. Ну что? Первое. Вот это. Если P не простое, то оно сумма квадратов. Возможно, мы это уже делали, но я не помню. Давайте сделаем еще раз, если что. Пусть P не простое, тогда это A плюс BI на C плюс DI, правда? И ни одно из них не является обратимым. То есть ни одно из них ни один, ни I, ни минус один, ни минус один. Так? Тогда давайте сопряженное к P, это же тоже P, правда? Сопряженное к P это тоже к P. А это означает, что такое разложение тоже в гауссовых числах имеет вид. Имеет вид. Так. Так как вообще говоря, мы пока ничего не утверждаем про то, что вот эти числа сами простые, то мы не говорим впоследствии окажется, что эти числа, если мы захотим этим заниматься, как следствие будет, что вот эти сами числа тоже простые, уже гауссовые. Но тогда тут получается два как бы разных, да, разложения на простые. И на самом деле будет, вот это будет как бы с этим, это с этим ассоциировано просто. Но пока мы как бы не обязаны этим пользоваться, просто раз есть такое сложение, то есть и такое, потому что комплексное сопряжение не меняет P, а справа меняет. Вот. Ну и тогда что мы делаем, как вы думаете, кто может догадаться? Да, мы их перемножаем. P умножить на P, то есть P квадрат, равно 4 вот этих вот гауссовых числа, умноженных друг на друга. Но я могу менять как хочу порядок, поэтому я могу написать A плюс BI на A минус BI и C плюс DI на C минус DI, правда? И тогда я напишу, что P квадрат оказалось чему равно? Да. То есть получилось, что, внимание, вот это разложение, это, что называется, уже, извините, уже в натуральных числах. То есть из каких-то там разложений в гауссовых, которые у нас были, которые были следствием не простоты P, то есть раз P не простой, значит есть такие разложения в гауссовых. И эти необратимые, поэтому там, вот, скажем, а квадрат плюс b квадрат строго больше единицы, c квадрат плюс d квадрат тоже строго больше единицы. Но теперь это разложение уже в n. Но n верна основная теорема арифметики, вот отдельная прямо в самих n, да, то есть в натуральных числах не может быть разных разложений на множители. И если эти оба числа больше единицы, то они просто оба должны быть равны b. Во всех остальных случаях мы приходим немедленно к противоречию с основной теоремой арифметики, потому что если какое-то из них непростое,
то оно дальше распадается на множители, тогда здесь три множителя, а здесь два простых множителя, да, это противоречие. Но если они простые, но какие-то другие, это уже тоже противоречие, потому что p на p равно там q на t. Да? То есть сразу же мы приходим к противоречию с основной теоремой арифметики, единственный выход из нее это то, что каждый из них равно p, а это ровно то, что требуется здесь. То есть отсюда p равно, например, a квадрат плюс b квадрат, а также c квадрат плюс b квадрат. Что я требую доказать? То есть непростота p немедленно влечет сумму квадратов. Если p не простое Гауссово, то она раскладывается в сумму квадратов. Все, да? Значит, итак, в принципе, все понятно. То есть ясно первые два. Хорошо. Так, давайте сотрем лишний этот материал. На самом деле, он был нам нужен исключительно для красоты. Он в доказательстве сейчас не потребуется. Нам потребуется только факт про минус единицы. А вот он нам потребуется. Еще как. Итак. Так. Итак, мы доказали 1 и 2 эквиваленты друг другу. Теперь я утверждаю, что из 1, ну или из 2, потому что они уже эквиваленты, следует 3, да? P равно x квадрат плюс y квадрат. Смотрим по модулю 4. Ну и как бы все. 4k плюс 1. 4k плюс 3 не бывает. Остатки отделения на 4, да? Квадрат всегда равны 0 или 1. То есть по модулю 4 сумма двух квадратов может давать только остатки 0, 1 и 2. 0 плюс 0, 0 плюс 1, 1 плюс 0, 1 плюс 1. Все. Остаток 3 давать не умеет. Ни одно число вида 4k плюс 3 по очевидным причинам сумма двух квадратов не раскладывается. Все, остался только один момент. Доказать, что из 3 следует 2. То есть, что число, да, осталось. Тут, ну, понятно, да, здесь вопрос. Очевидная арифметика. Осталось доказать, что p равно 4k плюс 1 не может быть простым в z от p. И тогда оно окажется составным, а раз оно окажется составным, то оно будет суммой двух квадратов. И рождественская теорема Ферма будет доказана вместе с общей теоремой Ферма и Гаусса. Так, ну поехали. Тут такой. Все переходы очевидны, но каждый из них как бы требует некоторого, ну как, это такие кирпичики один на другом. Все кирпичики легкие, но башня высокая. Итак, p равно 4k плюс 1. Следовательно, существует корень из минус единицы по модулю p. Так? Ровно то, на чем мы бились в первой половине лекции, да? Так. Обозначим. Обозначим его за c. C это остаток такой, что c квадрат сравним с минус единицей по модулю p. Так, что это означает? Это означает, что c квадрат плюс 1 делится на p. Да? То есть c плюс i на c минус i, и вот мы снова погружаемся в гауссовые числа, делится на p. Давайте отдельно рассмотрим такой момент. Когда гауссово число делится на m, где m обычное целое. Можем ли мы сказать это? В обратную сторону, вот так прямо сразу сказать ничего нельзя.
5 делится на 2 плюс y, например, не очень понятно почему. Сразу. Можно вопрос? Да. Гауссово число – это число из решетки вида любого z, что-то… Просто все комплексные стрелки координатами. Все комплексные стрелки? Да, называется Гауссово число. Это просто первую лекцию, всю им посвятили, там всякие теоремы арифметики потом была доказана для них с помощью Мити Ильинского. Вот, то есть в гауссовых числах верна теорема арифметики, то там надо быть осторожным, потому что там обратимые это 1 и минус 1 и минус 3. И поэтому все утверждения про делимость, они с точностью до этих обратимых действуют. Вот. Но, тем не менее, основная теорема арифметики есть, в частности, есть там целый ряд свойств с ним связанных. Ну давайте посмотрим. Вот скажите, пожалуйста, когда Гауссов делится на c? Да? Давайте посмотрим, что это такое. Чисто по определению, что значит делимость? Это значит, существует какое-то Гауссово, вот такое, да, правда? То есть существует Гауссово при умножении на m, дающее это. Ну а это что такое? Это m альфа плюс m бета и, правда? И значит просто А делится на М и Б делится на М. И все. То есть Гауссово число произвольного вида А плюс В и М делится на целое число. Тогда и только тогда, когда вещественные и мнимые его части делятся на это число. Все. Так. Тогда заметим, что c плюс i не делится на p, и c минус i тоже не делится на p в гауссовых числах. Правда? Потому что i это 1 умножить на i, а минус i это минус 1 умножить на i. Значит, делимость на p, да, видите, кирпичик маленький, наверное, надо осознать. Делимость на p означало бы, что единица делится на p, просто в обычных целых числах. Ну, это абсурд, да, это простое число. Простое число начинается с двойки. А у нас еще и нечетное вообще строение. Вот. То есть по очевидным просто соображениям, ни одно из этих гауссовых чисел не может делиться на p, а произведение делится. Все. Ну, то есть не то чтобы противоречие, это означает, что P не простое. Не простое. У Гауссовых. Иначе это было бы противоречие. Ключевой момент основной теоремы арифметики во всех кольцах, которых мы ее знаем, это то, что если есть простое число, и два числа на него не делятся, то произведение тоже не может делиться. Это ключевой момент основной теоремы арифметики. В данном случае мы предъявляем конкретно, абсолютно, конкретное такое целое c, что c квадрат плюс 1 делится на наше простое вида 4k плюс 1. Но ни c плюс i, ни c минус i не может на него делиться в силу очевидных соображений, просто строго применяя формальное определение делимости в гауссовых числах. А значит, единственный исход из противоречия в том, что p не простое в гауссовых числах. А значит, сумма двух квадратов. Все. Теорема доказана. Есть очень много доказательств этой теоремы, у рождественской теоремы Ферма. Очень красиво, геометрических, каких, сяких, я сам когда-то перебирал их штук 5. Но я могу сказать, что суть скрывает вот это. Вот максимальный смысл, все-таки смысл суммы квадратов, это значит непростота в гауссовых числах. Все, вот смысл. И здесь все становится на свои места. Суммы двух квадратов является, потому что они являются простым гауссом. Они являются простым в силу свойства существования формулы из минус единицы. А это в силу еще кучи предыдущих лет. Да? То есть у нас все как бы настраивалось. Все несложно, каждый шаг несложный. Но в результате получается совершенно нетривиальное решение. Так, отлично. Мне кажется, у нас есть время. Вопросы есть? А у него геометрическое уложение. Геометрическое с линейцами, да? Я не знаю. Ой, есть невероятное. Я его должен освежить в памяти. Давайте я возьму тогда это в работу. Это доказательство придумал Александр Васильевич Спивак в 1990 году. Это наше отечественное доказательство, просто совершенно невероятное по духу, оно полностью романтичное. Вот.
вообще полный, как будто человек взял приехал к нам из какого-то там длительного времени и предъявил доказательства. Ну давайте я к нему подготовлюсь, и я сейчас себе запишу, телефончик запишу, доказательство спивака. Я сразу вспомнил. Спивака и артерия. Так, но если очень хочется это увидеть до того, как я это расскажу, то надо набрать типа доказательства спивака рождественского фирма через мельницы. Вот это там ключевое слово это мельницы. Там будут крылатые мельницы. Исключительно красивая конструкция, но вот сразу на это все не помню. Так. Ну что, давайте мы сделаем следующее. Давайте мы добьем, ну вот, мы начали с y² равно x кубе плюс 1, минус 1. И я не помню, мы, по-моему, не прорабатывали тот переход, благодаря которому потом там был вот этот куб, что-то такое. Мы его оставили на после того, как мы будем знать основную теорему арифметики. Или прорабатывали. Прорабатывали. Тогда сейчас про суммы квадратов. Значит. Про эти, про про пифагоровы тройки. Вот. У нас достаточно сейчас с вами информации, чтобы в одну строчку вывести пифагоровы тройки просто. И мы это тоже делали. Нет, не делали, да. Мы действительно y² x куб минус 1 делали, а это не делали. Вот сейчас и сделаем. Вывод пифагоровых троек. Так, но и сейчас, и потом нам понадобится лемма. Может быть, Ильинский ее уже формулировал. А может быть, я формулировал. Называется основное следствие из основной теоремы арифметики. Было или нет? А? Да, звучит так. Пусть К – кольцо с основной теоремой арифметики. Значит, у К со звездой группа обратимых. То есть рассмотрим вот, любое кольцо, в котором верна основная теорема арифметики, и обозначим за у множество всех обратимых, группу обратимых, ее элементов по умножению. То есть все, которые делят единицу, да, как Гауссов чисто, это были 1 и минус 1, минус 1. В случае многочленов над полем, это само поле, константа, да, константа, не нулевые константы. В случае целых чисел, это 1, минус 1. Потом будут числа Эйзенштейна, но это чуть позже, там будет чуть-чуть более сложно. Тогда, во всех вот этих самых общих ситуациях, да, тогда из равенства А1 умножить на А2 умножить так далее на АР равно B в степени L, где АИ перпендикулярные АЖ, то есть взаимопростые, для любого И не равно Ж. Помните обозначение, да? Взаимопростые элементы кольца я обозначаю перпендикулярные. Вот. Тогда из этого равенства следует, что существуют ε1, ε2, так далее, εr из единиц, из группы обратимых, а также b1, давайте, b2, так далее, br из самого кольца. Такие, что А1 равно ε1 на b1 в степени L, А2 равно ε2 на b2 в степени L и так далее. АR равно ε r на bR в степени L. Проще говоря, но немножко съедая смысл.
Если произведение попарно взаимопростых элементов кольца является этой степенью, то каждый из них является этой степенью. С точностью до противного. Нужно ли это доказывать, или это совершенно очевидно из основной теоремы арифметики просто? Ну, доказать, да? Давайте докажу. А давайте мы возьмем и b разложим по основной теореме арифметики. b равно какое-то там произведение простых в каком-то количестве. И это единственное разложение с точностью до, конечно, перестановки, да, и до этих каких-то обратимых, на которые я домножаю вешки. Но давайте я теперь сгруппирую их в классы, ассоциированные друг с другом. Пусть у меня будет какой-то вот... надо по-другому их обозначить, сейчас будет Q, чтобы никаких у меня не было еще чисел. V. Давайте вот возьмем, допустим, Q1, Q3, Q7, это одно и то же простое, с точностью до отношения до обратимой, да? Тогда я просто напишу, что это простое число будет в кубе, вот, в общем случае в какой-то степени, и будет какой-то обратимый множитель сюда вырезать, так? Дальше я взял еще какое-то простое, тоже в какой-то степени, но это уже не стыдно. Ну, то есть я разбил на... К еще не было, да? Альфа К. Вот, я разбил на попарно не ассоциированные, то есть такие принципиально различные простые, да? Ну и у меня осталось еще вот здесь эпсилончика. Правда? Какой-то обратимый, который взял в себя все обратимые, которые я перемножил, получил какой-то обратимый. То есть вот у меня такое типичное разложение, оно уже, ну как бы здесь, что здесь? Оно неоднозначно, можно поставить здесь другой эпсилон, заменить V1 на какой-то ассоциированный с ним, но степень не изменится. V2 на какой-то ассоциированный с ним степень не изменится. Да? То есть вот такое разложение однозначно только по вот этим показателям и, соответственно, по этим группам. То есть вот все равно в любом другом таком разложении будет какой-то ассоциированный с V1 в степени альфа-1 в точности в той же, какой-то там ассоциированный с VK, какой-то ассоциированный с VD и так далее. Ну, может быть, другая, соответственно, здесь это все. И вот эта штука, если я возвяжу ее в вельтую степень, у меня будет равна эпсилон вельты, ну я обозначу ее за сигму, новый какой-то обратимый еще какой-то элемент, да? А вот эти уже все будут степени кратной ВК в степени эль альфа К. Все. Правда? И это должно быть равно А1, А2, так далее, АР. Которые, внимание, попарно взаимно просты. Что из этого следует? Вот здесь где-то живет V1, правда? Из основной теоремы арифметики один из множителей делится на V1. Но два делиться не могут. Если два делится, то взаимная простота теряется. Значит, вот вся эта группа целиком живет в одном из них. Когда я буду раскладывать, она может. Она не может быть разбита даже частично, хоть как-то, чуть-чуть частично между ними, потому что они попарно взаимно просты. И эта группа тоже целиком живет в одном из них. Может даже оказаться, что прям в том же, в котором он берет. Да? Все может быть. Но никак не может тоже быть разбита. В общем, в каждом из них, да, целиком живет такая группа. Так? Но из этого следует, что любой АИ равен, ну вот когда в такое разложение, да, я буду рассматривать, равен какому-то там сигма И умножить на какой-то там В, не знаю, 5 степени Э альфа 5, на В7 степени Э альфа 7, например, на В8 степени Э альфа 8. Но я имею в виду, что просто какой-то набор этих групп и все, никаких других нет. То есть все группы входят сюда целиком и полностью в одно и то же А. Всегда. Каждая группа входит в одно и то же А. Разные группы в разные А, ну или в одни и те же А. Но в любом случае никаких других не возникает.
Ну, а это уже ясно, что тогда А1. А и равно сигма и умножить на В5 степени альфа 5, В7 степени альфа 7, В8 степени альфа 8. Все это возводится в степень A, то есть является этой степенью. То есть, опять же, утверждение про то, что что-то является этой степенью чего-то, что-то является этой степенью чего-то, с точностью до обратимого, это утверждение о том, что любое простое входит в изложение в степени равной L. Любое простое, с точностью до обратимого, ну, естественно, до ассоциированности. Я взял группу простых, которые ассоциированы, вот этих вот ассоциированных друг с другом простых должно накопиться количество кратное. Ну а тогда это все получается. Все, да? Значит, вот оно. Это не просто основное следствие, это главный прием решения диофантовых уравнений, который в эпоху до эллиптических кривых и до Эндрю Уайлса и великой теоремы Ферма. Использовал всегда, да и до сих пор его часто пользуют. Главный прием – решение диофантового уравнения. Ну вот, давайте его применим. Вот у меня написано равенство. Да, что такое? Я хочу найти все пифагоровы тройки. Что такое пифагоровые тройки? Это прямоугольные треугольники с целыми сторонами, да? Ну, это просто означает, что А квадрат плюс Б квадрат равно С квадрат, да? Я ищу все целочисленные решения такого уравнения. Сокращаем на все общие делители, да? Да? Что то же самое, сокращаем размер треугольника до минимального в этой серии целочисленного, в серии подобных. Достаточно. Считать А, Б, С попарно взаимно простыми. А почему достаточно их считать именно попарно, а не в совокупности? Ну вот я пересокращал на все, что мог в совокупности. Ну теперь, если, например, А и Б делятся на 3, то и С в силу того, что А плюс Б квадрат равно С квадрат, тоже должен делиться на 3. Да? То есть любой общий делитель пары будет сразу делителем всех трех. Вот. Поэтому после сокращения должен быть такой уйти. Поэтому можно предполагать, что в этой записи они попарно взаимно простые, то есть мы ищем все прямоугольные треугольники, как бы самого маленького возможного целочисленного размера, и в этом целочисленном размере А, В и С будут взаимно просто попарно. Формулы, которые мы сейчас выведем, были известны 4000 лет назад. Но они были известны каким-то совершенно мистическим путем. То есть они были просто известны как рецепт. Делай так. Египетская, вавилонская цивилизация, да, была написана, делай так, и ты найдешь все. Но почему? Почему? Вроде как то ли Евклид это скрыл, то ли Диофант это первый доказал. Я не могу сейчас точно сказать. Но, в общем, постепенно это понимание приходило. Значит, итак. Пусть они попарно взаимно просто. Тогда какие у меня возможности для четности и нечетности этих чисел? Все нечетные. Да, все нечетные это... Противоречит. Нечетное плюс нечетное. Это должно быть четное. Поэтому совсем все не могут быть нечетными. Все нечетные. А, С. О, ты С сказал, правильно. А, да. А и Б одна четная, другая нет. Вот. На самом деле, да. Тут, значит, можно четко сказать, что здесь есть четные и нечетные, а здесь точно нечетные. Опять же, в силу вот этого свойства остатков отделения на 4. Да? То есть, смотрите, когда мы все сократим, у меня ясно, что будет ровно одно четное. А... Ну, ноль не может быть нечетное, плюс нечетное, это четное, да? Значит, одно четное, ровно одно четное. Если два, то значит делится на два все три. Значит, ровно одно четное. Ну, а где оно может быть? Если бы оно было вот здесь, то получилось бы, что сумма двух нечетных квадратов равна четному квадрату. Но сумма двух нечетных квадратов – это 2, по-моему, на 4. Каждый квадрат нечетного числа, то это остаток 1 делить на 4. А значит, их сумма – это 2. А четное число в квадрате, извините, дает 0 делить на 4. Оно всегда делится на 4. Поэтому вот эта комбинация, когда здесь стоит четное, невозможно. Поэтому здесь точно нечетное, а здесь четное и нечетное. Но если так, то мы, конечно, пишем А плюс БИ умножить на А минус БИ равно С квадрат. Да? Осталось узнать, нет ли у них общих делителей каких-то.
Поможет маленькая лемма. Давайте я... Давайте два упражнения. Я дам два упражнения. Первое. Упражнение один. Гауссово число А плюс Б не делится на 1 плюс И тогда и только тогда, когда А и Б одной четкости. Ну, это совсем такая тривиальная проблема. Так? Упражнение 2. Если М перпендикулярно М в Z, то N перпендикулярно M в Z от I. Вот это вот чуть-чуть похитрее. Это типа на 1 балл, на 2 балла. Вот так, в каком-то пространстве смысла. То есть взаимная простота двух целых чисел не может разрушиться. Гауссово. Простота разрушается, а взаимная простота не разрушается. Если нет общих делителей, то и не будет. Ну и вот эти две лемы сейчас нам дадут понять, какие могут быть общие делители у этих двух. Утверждение, что А плюс БИ перпендикулярно А минус БИ, то есть взаимно просто в гауссовых числах. Доказательство. Доказательство. Доказательство от противного, от противного. Если нет, то существует гауссово простое какое-то альфа плюс бета и, которое делит оба а плюс б и а минус б и. Да? То есть если взаимной простоты нет, значит есть какой-то общий делитель, да? Но если есть какой-то общий делитель, то есть и простой общий делитель. Осталось, да? Получаем какой-то простой, и вот он такой сегодня, да? Ну давайте его, может быть, обозначим за z просто, да? Z, вот это вот z, простое число, делящее а плюс б и а минус б. Но тогда сумма и разность тоже делится на z, правда? Так. Чему равна сумма этих двух? 2а делится на z, а также 2bi делится на z. Но я с точки зрения делимости и ни на что не влияет, поэтому его можно убрать. Вот. Так. Дальше. В силу упражнения 1, сила упражнения 1. А плюс БИ и А минус БИ взаимно просто с 1 плюс И. Так, сейчас. Ну да. Да, давайте вот здесь напишу. В силу упражнения 1 альфа плюс бета и не равно 1 плюс и. Все, он просто вот так вообще, в силу, ну, да? Потому что мы предположили, что число делит а плюс б и а минус б. Но 1 плюс и не может делить, потому что у них разная четность. Упражнение 1, да, говорит, что только одна четность, а тут разная четность, значит, нет. Значит, альфа плюс бета и не равно 1 плюс и. Но если оно не равно 1 плюс и, тогда оно перпендикулярно двойке. Вот это наше z. Перпендикулярно двойке, взаимно просто с двумя гауссовых, а следовательно, ну нет, пока в гауссовых, да, в гауссовых, вот, z перпендикулярно двойке. Потому что у двойки есть только один делитель, один плюс и, и еще один, один минус и, который тот же самый, ассоциирован с одним плюс и. Двойка — это квадрат гауссовых числа, простого числа один плюс и с точностью до обратимого. Значит, раз z никак не может быть один плюс и, то значит z взаимно просто двойки, а отсюда мы, вы помните, это лемма, да, а и b делится на z. Сокращаем на 2 здесь. 2 из z взаимно просто, значит, а делится на z. 2 из z взаимно просто, значит, b делится на z. Ну, а из этого следует, что а не перпендикулярно b в гауссовых. Отсюда а не перпендикулярно b в целых. В силу
упражнение. А. Противоречие. Не правда ли? Все. Мы аккуратно свели задачу к основному следствию из основной теоремы арифметики. Применяем! Произведение двух взаимопростых равно квадрату числа в гауссовых числах. Значит, каждый из них мне достаточно первого. Равен квадрату с точностью до обратимого числа. То есть равен 1, минус 1 и или минус и, что-то из этого, умножить на квадрат гауссового числа. Значит, давайте я дам упражнение 3. Это что будет при минус 1 и минус и умножить на m плюс n в квадрате. А сам разберу вот этот самый простой случай, когда этого обратимой части просто нет. То есть я обратимую часть ставлю вам. Маленькая подсказка, что минус 1 это квадрат в гауссовых числах. Поэтому ее можно внести внутрь, поэтому остается в реальности только два случая. Один умножить на это и и умножить на это. И вот что происходит при и умножить на это, вы можете проверить сами. А я напишу так, например, а плюс bi в точности равен квадрату гауссового числа. Вот смотрите, что тогда. Диктуйте мне просто. Просто диктуйте квадрат гауссового числа. Плюс. Плюс 2 n. А вот дальше? Минус. Минус n квадрат. То есть m квадрат минус n квадрат прибавит 2 n n i. И это a плюс b. Вещественное вещественное мнимо-мнимо. Отсюда a равно m квадрат минус n квадрат. АВ равно 2, М, М. Ну а С, после того, как вы подставите это туда, будет равно М квадрат плюс М квадрат. Вот это и есть формула индусов 4000-летних давности. То есть утверждение, что любая пифагоровая тройка, любой треугольник с целыми сторонами прямоугольный, пропорционален вот таким трем числам, ну то есть если это сократить до самого минимального размера, просто задается разницей квадратов, суммой квадратов и произведением поэма. И мы это вывели сразу в одну строчку из, ну, как бы, конечно, был некоторый предварительный разбор, понятное дело, но в результате мы, применив гауссовые числа, получили это просто произведение квадратов. То есть, опять же, они никак не могли этого тогда оценить, но Гаусс сказал: ребята, это просто квадрат гауссового числа. То есть идея в том, что а плюс b является квадратом гауссового числа. Но по правде, когда мы и умножим, там просто они поменяются местами. Удвоенное произведение будет здесь, а разница квадратов здесь, все, значение изменится. Как раз та самая тонкость, связанная с произволом здесь А и Б, какой четный, какой нечетный, мы же даже не договорились, какой четный, какой нечетный. Но вот оказывается, что в зависимости от того, просто ли это низ умножить на m плюс n в квадрате, или и умножить на m плюс n в квадрате, в зависимости от этого, там будет А четное или Б четное, а формула низер. Вот. Вот эта формула индусов. Ну, конечно, можно их просто подставить и получить, что А квадрат плюс Б квадрат равно С квадрат. Правда, да? Просто подставить m четвертый плюс m четвертый, и тут есть. Тут минус 2m квадрат, пора, да? Здравствуйте. Здравствуйте. А тут плюс 2m квадрат n квадрат. Ну, они отличаются на 4m квадрат n квадрат, то есть на квадрат вот этого числа. Но доказать, что других нет, да, доказать, вот это вот можно через Гаусса, можно и другими разными способами, но через Гаусса, наверное. Все, на сегодня все. Спасибо. Через неделю займемся, знаете, чем? Либо
великой теоремы Ферма по играм внутри, либо циркулевой линейкой. Я чуть-чуть подумаю.